14 июня – День памяти святой мученицы Веры Самсоновой. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Будущая мученица Вера родилась 17 августа 1880 года в Тамбовской губернии. Окончив с отличием женскую гимназию, работала учительницей в школе. После захвата большевиками власти прекратила педагогическую деятельность, так как учебная программа вошла в противоречие с ее религиозными взглядами. Вера была глубоко верующим и просвещенным человеком. Она ревностно относилась ко всему, что было связано с христианской верой и церковью. В конце 20-х годов она была избрана старостой храма. Летом 1935 года сотрудники НКВД начали арестовывать священников и мирян, почитателей блаженной Матроны Беляковой, которая жила в деревне неподалеку. Арестовали тогда и саму блаженную. Была арестована и Вера Самсонова. В ее характеристике сотрудники НКВД записали: религиозна до фанатизма, средства к существованию добывает уроками закона Божьего, ежедневно посещает церкви и разносит просворки по верующим. На допросе следователь расспрашивал о блаженной Матроне и ее почитателях. Вера ответила, что Матрону, как праведницу, почитают все верующие города. На вопрос об отношении к советской власти святая мученица прямо ответила, что не согласна с советской властью и, как верующий человек, усматривает открытое насилие над религией и верующими. Это и насильственное закрытие храмов, и разрушение их, и кощунственные отношения к христианским святыням, арест и высылка невинного духовенства и верующих. Также она не согласна с советской властью по вопросу отделения школы от церкви. Дети не имеют возможности изучать закон Божий и не получают религиозно-нравственного воспитания. Вскоре следствие по делу церковной старосты было закончено. И хотя не было никаких доказательств ее контрреволюционной деятельности, следователь в обвинительном заключении написал, что она являлась активной участницей контрреволюционной группировки. Особое совещание при НКВД приговорило Веру Николаевну 5 годам заключения в исправительно-трудовом лагере. Тяжелая каторжная работа подорвала ее здоровье. Она тяжело заболела, ее положили в лазарет. Церковная староста и ревностная христианка Вера скончалась за 2 недели до окончания срока заключения на рассвете 14 июня 1940 года. Причислена к лику святых новомучеников и исповедников 27 декабря 2000 года.